Всем привет, это канал Туман оф Плей, с вами Владимир, и мы играем в God of War. Ребята, третья часть, ремастеринг, это обновленная версия игры, выпущенная для Sony PlayStation 3, но теперь переведенная на PlayStation 4. Это, конечно, было давно сделано, но я решил в нее поиграть. Куда-то он полетел, нифига себе, вообще все, отправился наверх. Цепь баланса, ребята, это вообще просто... невыносимо куда-то наверх просто. Управление полетом. Для передвижения используйте L. Используя так. Как-то так, что ли. Бам! Так нельзя делать. А, вот, уклоняться. Нет, я так все подшибаю. Подожди. Стоп. А! Все, я понял. Управление реверсивное. То есть нажимаешь вниз, он наверх летит. Все. Оп, 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 оп. Надо пролететь, все. Аккуратненько. Слушай, ну супер, мне такие нравятся вещи, динамичные, только вот я влетел куда-то. Осторожно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, да куда ты? Ё-моё, блин. Давай, да, ой, блин, Кратосу больно, походу. Ой, не летит что-то на меня. Ребята, осторожно. Осторожно. Помутнело в голове. Так, стоп. Мне главное пролететь по этой цепочке, но я поднимаюсь своими крыльями могучими просто наверх. Я выбираюсь с царства Аида этого. Аккуратно парируем. Парируем просто. О, мы прилетели к этому, к человеку здоровому. Слушай, ты меня не трогай. Ты меня не трогай, не бери. Смотри, мечом сейчас можем сделать тебе вот так красивенько. Опаньки. Не ожидал, да? Нет, я думаю, что это для тебя вообще нежданчик был. Так, а я-то куда приземлиться могу? Все, я приземлился, только проделав такой огромный путь, надо теперь аккуратно. Полетели. Падает, да, вроде нет? Не падает, ладно. Давай еще выше поднимаемся. Опять полетим. Ой, камни летят сверху, надо быстрее отходить отсюда. Быстрее, быстрее, сваливаем. Сейчас тут шарахнет. Так, стоп, нет, вниз походу, да? А, вот, прыгаем здесь. Все выше и выше мы ползем. Ой, как здесь было бы больно мне, если бы я стоял на том уступе. Но я там не стоял, я полетел как надо. Так, дальше куда? Вон туда. А, вот зацепиться можно. Раскачиваемся. И прыжок. Все получилось, только я чуть не упал. Хорош, давай аккуратно будем проходить. Прыгаю. Вот это вот плохо, когда камни так летят прямо на меня. Подожди. Так, влево уходит. Стоп, я вот так маленько от них огражусь. И все, и погнали наверх. Как бы, меня не накрыло, главное. Наверх. Чуть левее уходим. Прям на меня летит. Ой, нет, зря. Есть, я уклонился. Осторожно. Сейчас этот пролетит, я уйду. Все нормально, давай выше. Подождем здесь, пока он пролетит. Давай, теперь уходим вправо. Ну, что ты стоишь-то, не тупи. Давай быстрей. Кратос, шевели чешками, надо быстрее пробираться. Стоп. Так, ладно, идем. Да он сам офигел, конечно, как это все с ним произошло. А здесь-то куда? Походу вниз, вот сюда спускаемся. Так, давай, слезай. И пошли нам, нас хотя... Опа, чуть не упал. Чтобы ухватиться, нажмите крест. Так, здесь, полетели. Пока не вижу... А, вон, все, вижу. Выше еще. И полетели опять по этой цепочке. На, не туда. Подожди, я забыл, как управлять-то опять. Так, вверх это. Вниз нажимаю, он вверх летит. Все правильно тогда. Так, пролетаем. Да нельзя так цепляться. Аккуратненько, тут и камни, и все, и доски. И вот так пролетел. Больно, но лечу дальше. Еще. Это еще что там летит? Нет. Ай! Вот сюда, в дырочку в эту. Хорошо, просочился. А, вот там надо было слева, нифига прошел не так. Куда? Хватит, а? Да больно так бьют. Надо облететь. Нет, крылья так же подпалишь. Аккуратно. Вот сил у него хватает столько лететь. Нет. Да ё-моё, уже почти вон, я вижу, конец скоро будет. Свет в конце туннеля, ребята, все, летим. Зашибись, мы на поверхности где-то окажемся сейчас. Хотя нет, опять куда-то прилетели, опять загадки, головоломки, сейчас будем решать. Пещеры.
Мы попали в пещеры. Давай, присаживаемся куда? Где будем приземляться? Давай сюда, какая разница, где что, на какой кубик сесть, да, без разницы. Осмотрись маленько и побежали. А, вот здесь вижу, надо стрельнуть сразу. Готово. Так, 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 и чё, куда здесь? Вот это здесь приключение, ребята, нас ожидает. Большие, огромные кубы. Пока не знаю, в чем загадка. Ну, надо куда-то цепляться, вот я вижу. Так, на платформу, хорошо. Ай, нехорошо, нехорошо. Давай еще раз, надо было лететь. Или... А, либо вон туда наверх еще можно цепляться. Лететь. А, вот. Дальше выше. Оп. Крутимся, крутимся, крутимся. Вот, молодец, Кратос. Стрельнем как следует. Поехали. Не знаю, куда поехали. Вниз, вверх, сейчас будем кататься. А, вот и пацаны пришли. Здорово, братва. Чего вы хотели-то? Я у вас что, деньги занимал, что ли? Или что, что вы так нагло ко мне вторглись? Вот вам, химера. Мы что-то все едем и едем куда-то. Я не знаю, пока куда направляемся. Наверное, спрыгивать лучше не стоит. Надо просто ехать. Хотя вот был вариант нам на те кубики спрыгнуть, но ладно. Ох ты, буйвол пришел. Два, даже два. Ну давай будем тогда пробовать. Предлагаю нашими клинками орудовать здесь. Да иди ты нафиг, а. Хотя нет, когтями будет лучше, наверное. Они помощнее, развиты лучше. И химеру можно еще призвать. Ой, сейчас цепь. Смотри, цепь-то сейчас отломится. Она что-то вся красная, покраснела. И кубик этот улетит. Походу, надо мне сваливать отсюда. Все, отломилось. Я вовремя не спрыгнул, получается, куда-то. Так, давай, значит, действовать по-другому. А куда я должен был спрыгнуть, по-вашему? Значит, надо биться и искать уже другой выход какой-то. Посматриваем и думаем, куда можно еще спрыгнуть. Ну вот, а, да, ну вот покатали на этот куб. Не знаю, зацепиться не получается туда. Не получилось. А куда тогда? Либо надо им не давать эту цепь бить. Потому что они, смотри, они просто пытаются ее разломить сразу. Вот этот кубик рядом. Можешь запрыгнуть на него, а? Ну, цепляйся куда-нибудь, а? Не, не получается. Это все произошло из-за того, что я не смог защитить цепь. В общем, надо им вообще не давать здесь подходить близко. Но я не знаю, как это пока сделать-то. Он вон бьет и бьет. Так, с тобой расправились. Но цепочка сейчас уже вся отломится. Эти еще тем более лезут. Этим точно нельзя давать подходить. Химеру быстрее сюда.
Давай с другой стороны посмотрим, чтобы никто не пришел. Ну, держись, держись. Главное, чтобы она не упала. Так, пацаны, аккуратно. Не подходим к цепи. Я вам не разрешаю. Здесь нельзя так делать. Все. Вон тех надо пострелять быстрее, пока ничего не случилось. Они по цепи будут стрелять сейчас. Да ты смотри, куда вверх стреляй. Куда ты стреляешь-то? Вот. Все, прибыли. Ой-ой-ой-ой-ой, эти могут сейчас побить цепь. Ребята, так нельзя делать. Нельзя, нельзя. Не трогай цепь, только не трогай цепь. Пожалуйста, я тебе говорю, не трогай цепь. Блин, там ей осталось чуть-чуть. Не трогай. Не трогай, еще раз тебе говорю. Отойди от цепи, отойди. Отойди. Отойди, блин, надо того не пустить. А ну хотя ладно, он на меня переключился. Давай лучше на меня, чем на цепь. А, нет, 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 что он делает? Он сейчас ее срубит. Помогите, быстрее его надо. Не трогай. Все, я ему не дал, но только второй может сейчас прийти. Второй подошел, да? Не трогай. Да вы что, ребята, что вы творите-то? Мне надо вот этих двоих раскидать. Есть, я его прибил, по-моему. Химеру бы, мне сейчас не хватает магии для всего этого. А, он сейчас развернется, будет бить цепь. Ну-ка, отойди. Нет, 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 что делаете? И жизни уже мало. Жизни тоже уже мало. Они мощные какие-то, ребятки. Есть, одного сейчас прибьем. Готов. Давай, давай, давай. Крути, 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 крути. Сломал что-то. Не ту кнопку нажал. Ай-яй-яй-яй-яй. Не трогай. Еще раз подхожу. Давай, давай, давай. Что надо? Что надо? Крути, 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 крути. Все, быстрее того, пока он там не подбежал, ничего не стал делать. Не трогай. Не подходи к цепи, я тебе еще раз говорю. Ты что, непонятливый, что ли? Ну-ка, залетели к нему на рога. Быстрей. Готов сейчас будешь. Все, четко. Мне бы уже переместиться на какой-то другой кубик, потому что... Сейчас цепь может обломиться. Еще кто-нибудь залезет, и все, и капец. Ну, добили, наконец-то. Во! Я туда не могу спрыгнуть. С этим теперь драться. Еще эти подходят. Ай! Так, 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 давай. Давай, 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 продолжаем. Давай, 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 ему чуть-чуть осталось. Сейчас я его прибью. Ах ты, козел, а! На! Не подходите к цепи, ребята, я вам точно говорю. Я вам сказал, я вас предупредил. Вы что делаете-то? Давай, иди сюда. Я с тобой сейчас расправлюсь. Почему ты меня скинул-то? Подожди, я тебе что-то не доделал там. Раз. Два. Опять скинул меня. Ну-ка, давай. Надо быстрее нажимать. Раз. Два. Поехали. Во, мы теперь поехали вот так. Ребята, Цербер мой всех покромсает. Цепь только не трогайте, ребята. Я вас еще раз предупреждаю. Предупреждаю вас. Цепь не трогайте. Все, тишина, пацаны. Давай, 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 давай. Завершаем то, что мы начали. Ах ты! Что-то вас много, ребята, что делать-то? Ну-ка, хотя бы одного надо. Да вы чё, а? Что-то прям совсем много стало. Мне аж не по себе как-то становится здесь. Надо быстрее с ними решать вопрос. Оп! Он меня скинул, я, значит, не то что-то нажал. Давай еще раз пробуем. Так, 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 так. Прям реально целая толпа их пришла. Продолжаем. Ты цепь не бей, я тебя попросил же, ты чё? Опять не понял, что ли, меня? Давай. Есть, следующий. Отойди от цепи, отойдите все от цепи, ребята. Это цепь моя, я на ней сижу. Вы, если вы что, не понимаете, вы сейчас ее прогрызете, и все мы здесь помрем. Ну-ка, стой. Иди сюда. Так, стоп. Давай, 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 чуть-чуть осталось. Да что такое-то, а?
Давай одного вот этого цепануть хотя бы. Да не, пацаны, вы что делаете-то? Есть, готов. Двое осталось, всего двое. Жизни уменьшаются. Цепь не трогай, еще раз говорю. Да как так-то, а? Все, подходим. Раз. Два. Готово. И добиваем. Еще один, прям один остался. Вот это приключение, я так понимаю вообще. Вот это приключение. Раз. Два. Фу, можно выдохнуть. Вот, стыковалось. Мы, получается, эти кубики все собираем, что ли, в одно. Ты кто? Подумай только. Кратос, призрак Спарты. Падший бог. Гермес. Проклятый смертный. Я не буду марать рук о муху, севшую назад Зевса, Гермес. Это слова труса, Кратос. Ты просто не можешь поймать меня, вот и не пытаешься. Куда ты свалил? Кратос, и куда же ты путь держишь? Как дела у твоего семейства? Ах да, ты же собрался убить отца, Зевса. Ты не сможешь, никто не сможет. Кратос решил насмешить богов. Опять. Ничего не меняется, ничему-то он не учится. Кратос, глупец, убивший свое дитя. Кратос, глупец. Попадись мне только. Навсегда обречен, навеки он проклят. Он жаждет только одной лишь мести. Спартанец идет по пути к позорной смерти. Спустись сюда, ты че там кричишь? Так, ладно, если не хочешь ты спускаться, я, значит, к тебе поднимусь. А как цепануться? Почему он не цепляется? Так, подожди, жизни надо взять. А, у меня целые. Не пойму, почему он не может зацепиться вон туда. Ай, куда ты? Блин. Давай цепляйся. Чё-то или я куда-то не то... А, вот! Вот теперь нормально, все. Не с той стороны я как-то подходил. Ползем наверх по цепочке. Устал. Очень долго полз. Уже вон зима началась. Куда-то в горах, наверху. Мы уже, наверное, почти до Олимпа добрались. О, мы вот здесь, кстати, были. Начало игры где-то было. Мы вот тут вот цепь эту видели как раз. Вы тут читали. Эту книжку можете посмотреть в первых частях там. Птицы вот эти были тоже. Да, давай, ползем. Мы уже на самом верху. Давай, 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 ползи. Долго полз. Вечная какая-то цепь. Прыжок назад, чтобы спрыгнуть, отклонитесь назад. От стены нажмите крест. Все, полетели. Пламя Олимпа. Рукоять втянута внутрь, за нее нельзя ухватиться. Так, а как мы, как бы нам эту рукоятку достать или куда-то новую вставить? Так, читаем. Буквы стерлись, разобрать ничего невозможно. Понял. Не судьба почитать, не судьба, давай еще. Здесь тоже все стерто. Кто-то походил и постирал все это.
Жизни целы, нам надо магию восстановить. Отлично. Ворота откроем. Дверь заперта. Ладно, фиг с ней. Пошли дальше, посмотрим. Может быть, здесь почитаем. Тоже не разобрать. Тоже стерто. Буквы стерлись. Все, понял. Отпускай уже. Здесь тоже стерто. Бесполезно подходить к этому все. Так, отсюда мы пришли. А что делать тогда, если рукоять это все... нету рукояти. Давай здесь пробежим. Пламя Олимпа. Ну-ка, давай поближе на него посмотрим. Ящик Пандоры? Это ящик Пандоры в пламени в этом. И как это понимать? Глаза не обманывают тебя, Кратос. Это тот же ящик, что был открыт много лет назад. Сила для убийства бога все еще сокрыта. Я выпустил эту силу, когда убил Ареса. Нет. В этом ящике скрыта еще большая сила. Она спрятана от мира. Все началось, когда Зевс победил титанов в Великой войне. Зевс понимал, что бедствия, порожденные этой битвой, если дать им волю, способны разрушить мир людей и богов. Чтобы спасти мир от бедствий, Зевс повелел Гефесту создать для них прочное хранилище. Страх, жадность, ненависть. Он заключил их в ящик, надеясь, что они никогда не омрачат его царство. Когда ты открыл ящик, чтобы сразить Ареса, запретная сила вырвалась наружу. Узрев твою победу, Зевс был охвачен страхом. Но пламя смертельно. Как я смогу достать ящик? С помощью той, чье имя он носит. Пандора? Она... ключ к пламени Олимпа. Ключ к нашей мести. Это будет не просто спартанец. Мне несложно справиться с девчонкой, Афина. Надеюсь, это так, призрак Спарты. Так, и куда в итоге-то идти-то? Ничего не сказали. Ну-ка, потрогать, если... Ящик Пандоры, в нем сокрыта сила для убийства бога. Теперь мне надо Пандору найти. Так, а где? Подожди, мы в тот раз... Голова Гелиуса находится рядом с золотой пылью. Убедите луч с помощью... А, стоп, значит надо... Надо попробовать. Раскрыть секрет бога. Так. Куда навести-то? Ну-ка здесь подсветить. На ворота посветим. Ну-ка попробуем, давай подходим. Где-то надо посветить, что что-то откроется. Поэтому идем. Ну-ка, может, ручка здесь появится, нет? Ладно. Мы это поищем. А вот и выход, в принципе-то, чё? А я его и не заметил. Но туда мы пойдем, ребята, в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал, кто не подписан. И всем удачи, всем пока!